Сейчас я покажу мастер-класс от Стеллы Мунас, как надо кушать хинкали. Учила она меня очень долго. Сейчас проэкспериментируем, получилось ли. Отодвигаем. Да, отодвигаем, надкусываем. Главное, чтобы не текло. Делаем и так. Засасываем. Блин. Гост, ты чемпион, реально чемпион. Очень круто. Пока не пролилось. Молодец, да ты моя девочка, да ты мой талант. Чуть-чуть. Но это нормально, да, капелька. Теперь берем сметанку. Добавляем ее в мяско. Так. И кушаем, продолжаем, как Стелла говорит. Закладываем.